Да ну, да чего же я? А не войд, пожалуйста. Кстати, Хант красавчик, вообще просто подстраховал так по-божески на этом трое. Просто я без мышки тяжело играть, короче. Вася. А не вот, пожалуйста. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду. Да, я просто бафы в рейд. Отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я знаю. Отдайте каску, паладин. Чтобы ты увидел финал. Взымать.
Дай зубы по моей команде. Зубы. Я бабло отдал. Дайте приставку лапу. Идите только другу. Если тебя труп на платформе, ты упадешь. Я в ромбике, если что. Одно тело отвалилось уже. Там луки. Магры лук. Можно падать вот. Thank you.
Оскорбление было. Я в первой валькирии в печеньке я оставил печеньку. Я проморожу вас насквозь. И вы полетите шел. Конец. Надежда шел. Знаешь, если есть протопал у кого-то нормальный, либо я могу зайти жирным протопалом. Мне здесь и так ничего не надо, кроме коня. Либо я могу кем-то нормальным зайти похилить, либо подамажить. Метрика. Кем мне заходить, Войд? Это там быстренько. Протопал же. Ну, я не знаю. Он тут заверка, я может говорить. Подресните меня, чтобы я не летел, пожалуйста. Треснуть осторожно. Не могу пригласить члена другой группы. Я фурой зайду. Мне нет. Да все рисует. Пожалуйста, объясни мне, я зайду в арм. Подними, и пожалуйста. И остальным ЕП дал, нет? Этого клача скикаешь. Спасибо, Краля. Гулливерка. Да-да-да. У меня просто только рез. Нету, вообще нету больше места.
Ты там хочешь на речах, кто один ДД пойти, кто в РК там сидит? Он какой-то фортитуда. Это каноб фортитуду. А, ясно. Какой-то. Конечно, по 100-500 перцев, блин. Это, помнишь, это же этот тварь, что был секс-машина? Да поставили вот эту, ну, типа, там ника какую-то херню, что я не мог зайти в игру из-за ника, типа. И мне пришлось переименовать вара. Что, ничего дошли с вайпами без? У нас как все... Ага. Да нормально хилится. Ребята, дайте фласку ДДшную. Я куплю, короче. Поменяю на стаке звечки одну ДДшную фласку. Либо на 2 на 100 ледяного змея. Ну, спасибо, утро. Это же ретро вроде. Или это не тот, или это не та. И Андрексия, стыки целка. Давайте там добирайте. Много же еще. Что там, Слав, ты с нами? Сейчас там Слава покажет. Берите там анорексию, кто может. И шкафчик дайте. Я вообще не знаю анорексию, что она там нормально дамажит. Да, хорошо. А только возьми ее каким-то РДД, чтобы она ловушки не взрывала. И рыбу сразу поставьте. Дайте рыбу. Пристоп. А приста, который бафает этот, мы подменяли, да? Эти двое не умеют. Ноги на платформе, тело не. Сейчас на аркан только заходит. Сам же человек, что типа зайдет сейчас. В РК. Ну, анорексия уже здесь, в РК.
Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых. Надежда. Кто мой косяк? Я власть не сменил. ДК, власть. Да, я знаю, да. Сменил. Блять, думаю, пить банку не пить, пить банку не пить. Да один бич 15 минут выпил, ага. Да я эту часовую фласку выпил, но все равно. Там Олег писал. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света?
мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем стоял тебе близко к сердцу. Смерть, Артас, более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Спасибо, войдец. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты видел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Или. Мир. Все, по центру отводи, отводи, отводи по центру. Не слышно тебя. Надежда. Тай. Пришел конец. Пришел конец. Прокнул еще до того, как вот это последнее. Но у меня как ревностный прокнул, я отдал эту срезку, и когда у них уже вот эта последняя перса была, у меня не было ничего. Типа, а чё, на пол что-то сделал?
Да, слышно. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. ДКшки, пожалуйста, не забывайте обновлять горн. Включено. Велики. Заслакал, сорян. Мелкого трэша больше не забирай, пусть шаркающие умирают. Ну, мне уже ревность не просто. Велики. Каплю. Кстати, каплю на тут попало. Ничего нету. Забери.
Третий. Лагнул. На пульте хорошо, на ДК, а то я сорву сейчас, я под брустом. И на первых вальках. Первая печенька улетела, это варенька был. Это типа если...
Так-ка, дай истерию. Кидал уже тебе. Что-то. Я утром подел. Похилили. Танка там не реснете, нет хоть одного? А нет. Только реснули и не захерили. Аналия. Yeah. Короче, слышишь? Заебись отдал. Просто больно. Тебе ПКД шла стереть, 3 штуки тебе кинул. Просто, блядь, если бы не вот это бегать, я было бы 20-шка плюс железно, блядь. Короче, давайте все анаги скинемся на ренейм. Пускай Кенни переименуется, блядь. В Кенни. Что вы там убили? Хули ПКД дохнет, блядь, заебал. Ты отлично их обучил, Фордринг. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. И отдал их в мои руки, как я и рассчитывал. Тебя следует наградить за этот невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук. И ты станешь первой жертвой. Покажите чистый урон в лича, пожалуйста. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Да. Хватит, Артас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Наконец, я свободен. Все кончено.
сын мой. Там еще ногам потом дай им с этот слона. Ноги, ноги слона. Ну, блядь, надеюсь, я коня на этот раз сролю, сука, я за ним уже хожу, блядь, этим варом, блядь, 5 лет, блядь. Ай, жаль, две печеньки на меня упали, я бы забрал. И коня нарвал, мне надо просто офаться. Ну ладно. Шмеки. Или Адам, который у вас. Не знаю. Надо смотреть. Ну, прошлый раз забрал один, сейчас буду второй, буду танчить с двумя. Восьмой, наверное. Я уже думал. Войт, ничего, РСХМ пойдем, нет? Ладно, куда? Всем спасибо за рейды, ребята. Всем пока. Куда ты снова соберешь? ИВК?